Отдельное облепиховое варенье. Сейчас сначала я думала сделать из него компотик, но потом подумала, что быстрее я выпью кисельчик, чем компотик. А компотик может испортиться, зная меня и как я люблю забывать про еду. У меня благородный тремор, но кто к нему привык, тому пофиг. А кому не пофиг, их проблемы. В общем, это кисельчик у меня облепиховый. Я пока его мешала, вдруг подумала, что, наверное, можно бы заснять. Приятного аппетита, специально для книги еды. Люля. Так, а это мой супчик на мясном бульончике. Что за мясо, я не очень помню. Или корова, или свинина, или вообще баранина. Тут, в общем, картошка и морковка, оно без лука. Я хотела добавить еще вермишели, но морковки что-то у меня получилось сверх дофига. А еще там укропчик замороженный. Фоном у меня, возможно, слышно чайник, который скоро закипит, и я заварю себе людин. В общем, специально для книги еды, в день вместе с киселем. Кисель, правда, я уже из чашки попила, жидкий получился. В общем, от Лёли приятного аппетита. Теперь я добавила колбаски. Что, нормально такое СМР? Чайник слепит, хапчик жарится. Специально для книги еды. Специально для книги еды. Это у меня тут хлебец, который типа вафелька. И сыр тертый в микроволновке сделанный. Вообще не знаю, что вышло. Но так как сейчас почти ночь, а еды готовой практически нет, и я при этом хочу есть, то я решила поэкспериментировать с тем, что есть, из более-менее готового. Приятного аппетита вам и мне. Гречка с мсяо, точнее с мясиком. Ну, мсяо мясиком. Мясико, по-моему, свиное. Вообще, я тут сварила, и мы с КТ уже слопали пол кастрюльки на двоих. Ну, естественно, из разных мисочек. Специально для книги еды от Лёли. Тут у меня еще кипит супчик. Сейчас его отдельно засниму. Супчик под названием щи. Морковка, картошка, капуста, мясико, поросенка и этот самый укропчик. Лук я не котирую. Потом, наверное, засниму, если оно доживет вдвоем. Это вот самая гречка. Отдельно в тарелочках. Возможно, завтра. У меня еще чайник копытится. Специально для книги еды. Приятного аппетита. Вот мои щи. Вчерашней варки. Точнее, ночной варки. Вот они в тарелочке. Но так как у нас газа до 3 нет, то кашку я уже не подогрею. Но если подогрею, то позже. Но вообще я хочу есть. Почему сейчас буду есть супчик? В общем, приятного аппетита. Специально для книги еды от Лёли.